Всем привет, с вами магазин Airbusshop.ru, меня зовут Залилов Фидель. Рассказ пойдет про сумку от компании Novo Tour, модель называется Bell Plus. Из серии Hunter, у Novo Tour есть серия Hunter для охотников, рыболовов и людей, которые любят такой милитари стиль. Только что я рассказывал про сумку Novo Tour Plus, там была простая однообъемная сумка. Ой, прошу прощения, Novo Tour Belt был просто. А это Belt Plus, здесь плюс очень большой, как бы здесь в дополнение еще порядка 8 отделений к той сумке они сделали. Представляет из себя, на основу здесь у нас это пенка такая, порядка 10 мм, довольно широкий пояс, довольно объемный, довольно большой. С внутренней стороны никаких сеточек нету, ничего, грязью забиваться не будет. Довольно практичная ткань здесь, что-то типа Оксфорда 600-го. Окантовано все стропой, не окантовочной лентой, а такая конкретная стропа, прям силовая. То есть она устойчива к истиранию. Имеется петля для транспортировки непосредственно сумки, либо подвешивания в момент хранения. Основная застежка это у нас Fastex. 35 мм здесь лента. Имеются две резиночки для фиксации излишков стропы. Регулировка у нас двухсторонняя. С обоих сторон фасок можно перегнать, то есть на нужное вам место. А затем сама сумка у нас, сейчас покажем, представляет себя вот такой набор, фактически набор небольших карманов. То есть здесь у нас три независимых отделения больших, которые сами себя представляют в отдельной сумочке. То есть вот эти две боковые сумочки, это у нас что такое? Они представляют из себя одно получается большое отделение, такое, вот я прямо сюда могу руку засунуть целиком. И у этого дополнение к этому большому отделению сбоку тоже объемный карман на молнии, тоже большое отделение, объемом прям, наверное, 200 мм. Таких у нас две с боков, то есть с этого края и с этого края. И непосредственно основное отделение большое имеется, оно закрывается на двухзамковую молнию, на которой два бегунка, две собачки. Внутри, вот как видим, внутри у нас есть еще и сеточки, карманы, то есть для каких-то мелочевки дополнительно можно сюда положить, чтобы у вас это там не болталось в основном объеме. И у нас еще дополнительно есть два таких тоже объемных кармана. На основном отделении у нас две собачки, на всех остальных отделениях по одной. Также у нас на бегунках имеются удобные ухватки для того, чтобы можно было открыть-закрыть в перчатках или в рукавицах. Ну, в принципе, вот все выполнено. Она из материала, похожий на кордуру, либо это Оксфорд 600 и что-то подобное. Все внутренние швы обработаны окантовочной тесьмой, нигде у нас никакие нитки не торчат, все довольно неплохо сделано. Ткань у нас имеет небольшое ПВХ покрытие, то есть на какое-то время даже эта сумочка она будет выдерживать дождь, влагу, то есть какое-то время точно будет держать. Ну, неплохой вариант для любителей, которые любят таскать с собой много всего необходимого. В принципе, можно использовать, например, как какой-то ремнабор, отдельную сумку таскать с собой, не в поясе, а, допустим, в рюкзаке, то есть как аптечку или как ремнабор, такой большой групповой. Много отделений позволяет распределить все ваши необходимые вещи, ну, если, допустим, как аптеку использовать. В принципе, неплохо. А с вами был магазин airbusshop.ru, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пока!